К наступающему главному православному празднику работники рязанских пекарен начали готовиться еще с начала года. Как говорят специалисты из лаборатории третьего хлебозавода, к Пасхе они разработали и внедрили новые виды куличей. Это, во-первых, классический кулич пасхальный из дрожжевого теста, покрытый сладкой белковой глазурью. И второй вид куличей – чудо-кулич, обильно приправленный орехами, изюмом и цукатами. Новый вид кулича – сдобного сильного кулича, но не дрожжевого, который называется кулич от морей. Это просто чудо-кулич. Поэтому обращаюсь ко всем рязанцам нашего города и жителей области, чтобы они купили, попробовали этот кулич. Я думаю, само название чудо-кулич приятно их удивит по своему содержанию. Это действительно кулич, предназначенный для этого светлого дня. Еще одним нововведением стало приглашение прямо на производство православного священника. Работники третьего хлебозавода уверены, что от этого их пасхальная выпечка станет только вкуснее и полезнее.